Bionic Commando – долгая история. В далеком 88 году вышла оригинальная игра с этим названием, и она была двухмерной аркадой. Прошло ровно 20 лет, и разработчик, а ныне уже издатель, решил реанимировать классику и выпустил Bionic Commando Rearm. Это была практически та же игра, но в новой яркой обертке. Но этим планы Capcom не ограничивались. Классику надо не только реанимировать, но и переосмысливать. Вот так простенькие аркады и становятся ультрасовременными боевиками. Действие нового Bionic Commando происходит спустя несколько лет после событий, описываемых в предыдущей игре. Биосолдаты, такие как главный герой Натан Спенсер, объявлены вне закона. Часть из них бежала, часть погибла, а Спенсер просидел в тюрьме 5 лет. И, казалось, уже ничто не спасло бы его от смерти, но вдруг... Сюжет игры серьезно отдает Голливудом, но, положа руку на сердце, скажем, что это нисколько не мешает. Даже наоборот, Bionic Commando эксплуатирует все, что связано со зрелищностью и эффектностью. Главное отличие Натана Спенсера от обычных людей — наличие биоруки, которая позволяет ему чувствовать себя настоящим Человеком-пауком. Кисть этой руки выстреливается на тросе, и спецназовец может цепляться за любые поверхности, подтягиваться, раскачиваться и прыгать. Этот способ передвижения дает ему серьезные преимущества в схватках с врагом. Но, конечно, на этом способности биосолдата не заканчиваются. По ходу игры Спенсер учится, а точнее вспоминает, все новые и новые приемы. С помощью чудо-руки он может зацепить автомобиль и отправить его в короткий разрушительный полет к цели. Может дернуть с такой силой, что сломает или вырвет нужный предмет. Может так ударить по земле, что враги повалятся с ног. Может выпустить кисть и раскрутить ее на тросе, чтобы повалить вражеских солдат. Всего, что Спенсер вытворяет со своей биоконечностью, и не перечислишь. Но главное, как он это делает. Все происходит настолько яростно, стремительно и зрелищно, что хочется больше и больше. Обычные солдаты уже не могут противостоять Спенсеру с его дьявольской рукой. Он врывается в лагерь врага и расправляется с ними за секунды. Способы могут быть самые различные. Первого солдата схватить и бросить во второго, зацепиться за третьего и пнуть его так, что он свалится в пропасть, четвертого швырнуть в стену, а можно вообще убить всех, не касаясь земли, просто цепляться рукой и отшвыривать. Выглядит очень своеобразно. Но игра была бы скучной, если бы разработчики не бросили нам вызов. Дело в том, что Спенсер очень уязвим. Да, он может в считанные секунды расправиться с врагом, но если он ошибется, потеряет темп, получит несколько пуль в свою героическую грудь — все, начинай сначала. А противостояние с различными видами биомехов, так называется противник в бронированном биокостюме, выводит схватки в игре на новый уровень. Даже если биомех всего один, справиться с ним без применения тяжелого вооружения задача непростая. А если их 2 или 3, такие драки превращают игру в своеобразные кошки-мышки со смертью. Отличной идеей было придумать уникальных боссов. Каждая схватка с ними запоминается на всю игру, и, что самое главное, никогда не повторяется. Боссы требуют персонального подхода, и для их уничтожения Спенсеру надо найти нужный способ это сделать. Все это делает игру очень динамичной, заставляя поначалу всемогущего биосолдата ходить по лезвию бритвы. Очень спорна в этом плане система сохранений, появившаяся в игре в качестве наследия кроссплатформенной разработки. На каждом уровне есть пара точек сохранений, но может случиться так, что из-за одной ошибки вам придется переигрывать довольно много. Большую роль играет звуковая часть. Натан Спенсер был озвучен известным музыкантом Майком Паттоном из группы Faith No More, и надо признать, что эта работа выполнена на 5 с плюсом. Голосом Майка Спенсер отлично передает нам дикий азарт этих схваток, а комментарии главного героя вызывают у игрока ощущение наслаждения процессом. Спенсер упивается своим превосходством над обычными людьми и всячески подчеркивает это. И в то же время Bionic Commando полон здорового юмора. Меткие фразы, ирония ситуации, несмотря на трагизм положений и эпичность происходящих событий, Натан идет по этому миру с огоньком в глазах и ухмылкой на лице. Вся игра не очень длинная, к слову, представляет собой шоу одного человека, биосолдата Спенсера. Но насколько же это шоу зрелищно? Как оно затягивает? И заканчивая Bionic Commando, откровенно радуешься открытому финалу. Значит, продолжению быть!